Меня зовут Морозова Елена Валерьевна. Я инвалид второй группы с детства по заболеванию энцефалопатия смешанного генеза. В качестве социальной реабилитации я вместе с мужем занимаюсь блогерством и веду ресурсы по теме «Семья и добрачные отношения». Запрет абортов. Православная жизнь. Защита от психологических манипуляций, буллинга и кибербуллинга. И прочий креатив. Я благодарю настоятеля, отца Дионисия и прихожан храма в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном и, в частности, нашего партнера по православным мероприятиям Соловьева Никиту, председателя Московской общины православных молодых инвалидов, за подаренный мне продуктовый набор, в котором было кило гречки, кило риса, пачка овсянки, две пачки масла сливочного, бутыль масла подсолнечного, две пачки макарон, пакет молока, две пачки сахара, 1 кило соли, пачка чая, две банки консервов, рыбная и мясная, 1 десяток яиц, пакет муки и 2 пачки куриных окорочков. Все нужное, все пригодится в хозяйстве. Что-то из перечисленного мы уже съели. Спасибо благотворителям. Я всегда готова получать от вас что-нибудь в дар и готова сделать видеоотчет о подарке. Для благотворителей стоп снято, а для наших зрителей сейчас будет анализ этой благотворительной акции. Подписывайтесь на наш контент.